Встреча, заигрыши, лакомка, разгул, тещины вечерни, заловкины посиделки и прощенный день. У каждого дня масленицы свое название и свои традиции. Вся неделя делится на два периода. Узкая масленица, понедельник, вторник и среда, и широкая, это четверг, пятница, суббота и воскресенье. Праздновать масленицу по традиции принято разгульно и беззаботно. С давних времен весну встречали весело, с песнями, конкурсами и танцами. Настроение гуляниям задают творческие музыкальные коллективы. Конечно, главный обычай масленичной недели – выпекание блинов. По одной из версий, он и лежит в основе возникновения слова «масленица». Эта традиция связана с желанием людей расположить к себе солнце, уговорить его при помощи блинов согреть замерзшую землю. Круглый блин был жертвенным хлебом, даром языческим богам. Блинов хочу со сметаной. До принятия христианства масленицу праздновали не 7, а 14 дней. Блины на Руси появились более 1000 лет назад. За это время рецепты их приготовления претерпели множество изменений. По традиции, каждая хозяйка располагала своим собственным рецептом приготовления блинов. Они пеклись из разных видов муки с добавлением разнообразных ингредиентов, но всегда оставались любимым угощением в каждом доме. Совершенно не обязательно отказывать себе в удовольствии есть блины в масленицу, дабы сберечь фигуру. Ведь для этого можно приготовить низкокалорийные, вкусные и даже полезные блины. Именно это мы сейчас и сделаем. Для этого нам потребуются 3 столовые ложки овсяной муки, 4 яйца, 2 чайные ложки меда и 100 мл обычной воды. Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать. Тесто должно получиться чуть более жидким, чем при его классическом варианте приготовления. Масло не понадобится, но нужно учесть, приготовить такие блины получится только на сковороде с антипригарным покрытием, которую перед выпеканием нужно как следует разогреть. Вот видите, даже без капельки масла блины получаются ровные, красивые и аппетитные. Подобные рецепты блинов и другой выпечки с пониженной калорийностью найти сегодня очень просто. Однако не забывайте, даже от таких легких вариантов любимых блюд можно поправиться, если есть их, например, в вечернее время. Но если позволять себе такие блины, как завтрак на масленичной неделе, то вряд ли они навредят вашей фигуре. Полезные блины готовы. С праздником масленицы и приятного аппетита! Анна Бережная, Василий Косилов. Новости на Восьмом.